экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос умерла на 40-м году жизни. Ее тело нашли в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, смерть не была насильственной. Причину не уточнили. У женщины была третья группа инвалидности, а последние полгода из-за проблемы со спиной она была прикована к постели. Помимо музыкальной карьеры, Кастельянос вела мероприятия и снималась в кино. Little Big – российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива – вокалисты Илья Прусикин, Софья Теюрская, Антон Лисов, диджей Сергей Макаров. Светлая вечная память. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.